Ну, ехали мы с самыми такими теплыми чувствами, самыми, можно сказать, супер боевыми, чтобы были прям настроены победить. Ну, ладно, уж так вышло, все-таки с третьим местом. Ну, ладно, как бы, я думаю, неплохой результат. И последняя игра нам запомнится надолго. Ну, даже не надолго, а на всю жизнь, потому что все-таки, и тем более Канада выиграли за бронзу. И я думаю, это у нас навсегда останется как в памяти вот этот турнир. Наверное, все прям игры мне прям очень понравились. То, что, можно сказать, я там почти все игры сыграл, и для меня было прям это очень как хорошая практика. И то есть подряд все игры играть для меня, вот это тоже много чего запомнилось. И все эти, ну да, североамериканцы, естественно, это дорого стоит их выиграть. И поэтому и четвертьфинал, и полуфинал за третье место, все это очень запомнилось для нас. И мы рады, что хотя бы такой результат привезли.